войны. Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру. Еще одним необычным фактом про Петра I является разнообразие его увлечений. Известно, что он увлекался медициной, он пробовал себя как хирург в других профессиях, но больше всего ему нравилась стоматология. Он лично выбирал зубы своим подданным. Также известно, что Петр I освоил больше 14 ремесел.